Как получить вот такую красивую хромированную лампочку? Берем Piaggio, берем лампочку 6 вольт 5 ватт, вставляем ее вместо родной 15 ватт на перегоревшей, ездим 2 дня и через 2 дня получаем вот такую красивую хромированную лампочку. Это шикарно. Ладно, продолжим эксперимент и поиски той оптимальной лампы. Цоколю будем опять отпаивать. Случай, конечно, по-своему анекдотичный. Сегодня 27 марта. Катались мы на Piaggio и опять пересекли сверхзвуковую скорость и сожгли очередную лампочку головного света. Это была 6-вольтовая лампочка 10 Вт. Предыдущую 12 Вт 10 Вт я вынул, потому что она тускло светила, естественно. Генератор не мог ее раскачать. Но это уже у меня третья лампочка по счету 6-вольтовая, которая при определенных оборотах двигателя становится хромированной изнутри. То есть видно, да, он в отражении моего жилета, все дела. Ну что, будем опять паять. Надо, наверное, где-то найти вот эти цоколя. Напаять несколько штук. Не более 40 километров они живут почему-то. Может, из-за вибраций. Я пока не нашел причину. Будем искать. Всем пока.